Нижний Новгород, 21 февраля 2020 года. Да, было престижно жить вдоль набережной на высоком Волжском берегу, поэтому слева по ходу нашего движения мы видим особняки, построенные в 19 столетии, ну а справа дома сталинской монументальной архитектуры. Улицу Минина по праву называют улицей молодых, так как сразу три нижегородских вуза находятся на этой улице. Впереди справа по ходу движения автобуса серые монументальные здания. Вот сейчас оно будет хорошо просматриваться, построенные в 30-е годы. Это старейший водный вуз страны, Нижегородская академия водного транспорта. Самый престижный факультет в течение многих лет, факультет судовождения и эксплуатации. Ну, много интересных зданий на этой улице мы с вами увидим. Слева здание храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Построил тот самый Мартынов для больничного корпуса. Вот это Мартыновская больница с левой стеной красного кирпича. В честь, наверное, скорее всего, как у нас полагают, во искупление греха своего сына, убившего на дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Ну, больница так и называется Мартыновская, и вот уже в течение почти 150 лет она у нас существует здесь, на этой улице. Ну, а слева по ходу нашего движения из темно-розового кирпича такие геометрические коробки. В 30-е годы самое модное слово индустриализация. И вот в 30-е годы здесь был основан индустриальный институт, ныне политехнический университет, самый крупнейший вуз нашего города, носит имя своего выпускника Ростислава Евгеньевича Алексеева. Смотрим в левые окна, перед вами экран-план. Вот как раз Алексеев, автор первых в мире судов на воздушных крыльях и экрана плана. Какой дом красивый. Выпускник этого института тогда был политехнический, герой социалистического труда. Ну, я уже говорила, что улицу Минина, где стоят липы 150-летние, вековые, самая зеленая улица нашего города. Улицу по праву называют улицей молодых. Слева, а справа по ходу движения автобуса, напротив корпусов политехнического университета, еще один университет лингвистический. Вот справа мы его с вами проезжаем. Несколько лет назад здесь был открыт факультет по изучению китайского языка, самый большой конкурс на этот факультет. Желтое здание — наш Нижегородский институт ортопедии и травматологии. Очень сильное ожоговое отделение. Недалеко отсюда вертолетная площадка, поэтому всех ожоговых со всего Поволжья везут к нам сюда, в Нижний Новгород. Итак, улица Жуковская, в прошлом ныне улица Минина, упирается в площадь, на которую мы сейчас с вами выезжаем. Здесь издавна торговали сеном, поэтому площадь так и называется — Сенная. Правда, в годы советской власти, как только эту площадь не называли, но в 90-е годы вернули историческое название. Ну и площадь Сенная — это излюбленное место проживания нижегородских татар, поэтому в лобовое стекло автобуса видно минарет, мечеть и их духовное училище медресе. Население Нижнего Новгорода на 1 января 2020 года 1 320 000 человек. Так вот, 8% от населения Нижнего Новгорода
составляют нижегородские татары. Справа уходит дорога на Казань, Казанский тракт. Поэтому спуск, по которому мы будем направляться на Нижневолжскую набережную, так и называется Казанским. Ну, мы сейчас с вами поворачиваем налево. И справа, по ходу движения, видите, у нас начинает заново строить комплекс нижегородских трамплинов. Когда-то наша школа Горьковская летающих лыжников считалась лучшей в Советском Союзе. У ее истоков стоял олимпийский чемпион Гарин Апалков. Ну вот сейчас выделено на несколько миллиардов, 3, по-моему, на восстановление комплекса нижегородских трамплинов. Ну, а мы по Казанскому съезду спускаемся вниз и смотрим в правые окна автобуса. Смотрите, вот такие огромные металлические опоры. Навстречу идут кабинки. Это наша знаменитая канатная дорога, которая соединила сразу два города. Нижний Новгород и спутник нашего города на противоположном берегу Волги, город Бор. Градообразующее предприятие «Стекольный завод» выпускает там стекло для всех видов отечественных автомобилей. Ну и многие борчане приезжают сюда, в Нижний Новгород, на работу, на учебу. Поэтому всего за 12,5 минут из одного города можно попасть практически в центр другого. Два города соединены вот этой канатной дорогой, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в Европе. Длина канатной дороги 3 километра 500 метров, высота над уровнем Волги 57 метров. Справа оставили корпуса старейшего завода. Старейшего нижегородского завода, принадлежавшего промышленнику Колчину, завод выпускал паровые машины для Сормовского судостроительного завода. Слева по ходу движения нашего автобуса гостиница «Александровский сад». Названа она так в честь вот этого парка, который спускается вниз от Верхневолжской набережной, от памятника Чкалова сюда, к самому берегу Волги. Парк разбит по типу английских парков в начале 19 века по указанию царя, императора Николая I. Он прибывает в Нижний Новгород в 1934 году и говорит, что природа сделала все для того, чтобы украсить город, а люди все для того, чтобы его испортить. Дело в том, что на склонах вот этой горы стояли одноэтажные дома, причем отхожие места, все было изрыто оврагами. Ну и царь повелел буквально за несколько лет все это засыпать и устроить вот такой красивый парк, что и было сделано. Но тогда можно было называть парки и сады именем императриц, супруг государей. И вот супругу Николая I звали Александра, поэтому сад так и называется — Александровский. Впереди знаменитая Чкаловская лестница. Она уходит вниз от памятника Чкалова почти к берегу Волги. Да, если можно. Внизу, с правой стороны, катер-герой. Это своеобразный тоже памятник. Входил в состав Волжской военной флотилии, вывозил раненых из-под Сталинграда. И в 1985 году стал здесь на вечную стоянку у основания знаменитой Чкаловской лестницы. Вот она. Видно вам в левые окна автобуса, да? Самая длинная лестница на Волге. Эту лестницу начали строить в 1943 году пленные немцы. Закончили строительство в 1949 году. Но за что главный архитектор города Петр Шульгин поплатился долгими годами ссылки. Сталин сказал, что непозволительная роскошь украшать город после войны какой-то лестницей, когда нужно было восстанавливать народные хозяйства. Но, тем не менее, лестница была построена гигантской восьмеркой из двух кругов. Первый круг замкнутый, а второй Нижний Новгород, 22
22 февраля. Портиком бывшей духовной семинарии. Здесь учился Николай Александрович Добролюбов, которого называли светильником разума. Следующее здание фланкировано вот такими колоннами ионического ордера. Здание, построенное в советское время в стиле сталинского ампира. Площадь не замыкается в пространстве, а выплескивается на высокий берег Волги. Прямо перед вами памятник величайшему летчику современности Валерию Павловичу Чкалову. Он родился на Нижегородской земле в селе Василёво, сейчас там город Чкаловск. Ну и все вы, конечно, знаете о знаменитых чкаловских перелетах Москва-Дальний Восток, Москва-Северный полюс, Америка. Второй чкаловский перелет длился в тяжелейших атмосферных условиях, 63 часа. Ну и вот за этот перелет трое советских летчиков, Чкалов, Байдуков и Беляков, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Чкалов погиб Нижегородской мельёшке с долей иронии. Это место прозвано так. Дело в том, что район Миллионки был в Санкт-Петербурге, и там жили особо богатые жители. Ну, вот, видимо, в насмешку Нижегородское дно, место обитания нижегородских босяков, людей, опустившихся на дно, здесь тоже называлось Мельёшкой. Вот эта площадь слева по ходу движения автобуса. Ранее площадь называлась Скоба, потому что по своей форме напоминает скобку. Вот именно здесь, в районе обитания нижегородских бомжей, людей, опустившихся на дно человеческой жизни, самый богатый купец нижегородский Николай Бугров, кстати, 50% ему рублей на 60, а летом, когда начинались сезонные работы на реке, трактирщики распоряжались заранее купленной силой, выжимая зимние долги. И вот чтобы как-то облегчить жизнь этих людей, спасти их от гнета вот этих трактирщиков, именно здесь, на территории Мельёшки, город Горький открывает свою чайную читальню «Столбы». Смотрим чуть назад. Розовое здание с белыми колоннами по фасаду. Установили фортепиано. Воскресные праздничные дни проводили литературно-музыкальные воскресники. Читали Достоевского, Толстого, Некрасова. «Тишина была поразительной», — писал Горький. Целый день можно было сидеть в тепле, бесплатно давали кипяток и большой кусок ржаного хлеба. Ну и до 1917 года эта чайная просуществовала. Кстати, в стенах этой чайной впервые Горький стал устраивать свои знаменитые елки для нижегородской бедноты. Он сам ходил и переписывал детей из самых-самых бедных семей. И вот когда в 1928 году из эмиграции Горький возвращается в Советский Союз, он приезжает в Нижний Новгород, многие уже взрослые люди подходили к нему и говорили: «Алексей Максимович, а мы ведь были у вас на елке, где детей поили горячим сладким чаем, угощали калачами и дарили подарки, валенки, бумазею и всевозможные сладости». Удивительная площадь, много интересных историй с этой площадью связано, и, наверное, ваше внимание привлекает вот этот памятник именно Пожарскому. В точности такой же стоит на Красной площади в Москве возле Лобного места. Дело в том, что именно отсюда, с паперти храма Иоанна Предтечи, в 1611 году простой посадский человек, мясник по профессии, наш земляк Кузьма Минин, обратился к своим соотечественникам с призывом идти на освобождение Москвы, которая была занята польско-литовскими интервентами. Ну, вы знаете, начало 17 века, время тяжелейшее для истории Руси, когда в борьбу за русский престол вступают богатейшие русские фамилии после смерти Федора Иоанновича, бездетного царя, да, сына Ивана Грозного, на территорию Запачаяния. С
справа храм в честь иконы Казанской Божьей Матери. И вот в глубоком овраге, как раз вот к храму сюда, мимо него, стекала речка Почаяна. В 19 веке речка была забрана в трубу, ну а территория за речкой Почаяной как раз и называлась «За Почаяние». Кстати, необыкновенно чистая вода была в этой реке, и все люди набирали воду из Почаяны. Существует очень интересная легенда. Вот посмотрите, слева по ходу движения автобуса на углу круглая башня. Называется она Коромыслово. Дело было в давние времена, когда Кремль осадили татары. Нужно было идти за водой. И вот рано поутру молодая девушка Алена с ведрами на Коромыслов стала к реке спускаться. Но тут же была окружена татарами, стала отбиваться, и Коромыслов убила аж 16 человек. Тогда татары подумали, ну если бабы здесь такие отчаянные, то что же говорить о войнах? И отступили. Ну а с тех пор башня называется Коромыслово. Ну и так справа от вас глубокий такой овраг, где протекала речка Почаяна. В 18 веке боярин Внуков над этой речкой устроил такой мост, который назывался Лыков мост по его имени. Ну, и уже в конце 19 века была устроена дамба, речка забрана в коллектор. Ну, а название так и осталось. Лыкова дамба. Посады стали складываться. Посады – это поселение, да? Вы знаете, посады стали складываться буквально в скором времени после основания Нижнего Новгорода. И вот территория Започения – это древнейший нижегородский посад. Улица Жон-Мироносецкая, справа храм Жон-Мироносец, один из старейших нижегородских храмов. Здесь, кстати, крещены были будущие великие русские святые Макарий Желтоводский Лужинский и перечисленные русской православной церковью к лику святых. За свою жизнь Макарий Желтоводский Лужинский основал 5 монастырей, в том числе монастырь на Желтых водах ниже по Волге, где издавна шумела Макарьевская ярмарка. Ну а Ефимий Суздальский основал 2 больших монастыря в Суздале. Один из них покупчиха Рябинина. Она жила в соседнем особняке. Слева белоснежный особняк с террасой на тяжелых каменных столбах, где купчиха любила выпивать чай, людей посмотреть, до себя показать. Окна были зеркальными, а крыша и решетка покрыты озолотой. Весь город сбегался сюда посмотреть на эту красоту. Еще один особняк купца Иконникова слева, следующий особняк купца Чеснокова. Ну, я уже сказала, что очень много заповедных особняков на этой улице. Справа в стиле итальянского палаца вот такой дворец. Мы с вами приезжаем купца Маркова. Великолепная мраморная лестница ведет на второй этаж. Ну, в подпитии Марков очень любил водить туда, на второй этаж, в свою опочивальню своего любимого коня Шарапа. Пожалуй, одно современное здание вот здесь находится справа. Это наш Нижегородская строительная академия на Нижегородском откосе. До 1904 года Алексей Максимович прожил в родном городе. Затем он уезжает, оставляет семью и направляется с актрисой Московского художественного театра Марией Федоровной Андреевой в Америку. Затем долгое время они живут на Капри. Кстати, Горький воспринял с воодушевлением революцию, первую русскую революцию 1905 года, буржуазную революцию 1917, но не принял социалистическую, поэтому был вынужден эмигрировать.
За что? И вот только в 1928 году посолами, поскольку Горький был, конечно, очень популярен среди рабочих, Сталин вызволяет его из ссылки, то есть из эмиграции. Именем Горького называются центральные улицы во многих городах, главный завод Нижнего Новгорода тоже имени Горького. Пароходы, самолеты, теплоходы, все именем Горького. Ну и, конечно, наш город. Впереди главная улица нашего города — Большая Покровская. Мы с нее начинали нашу экскурсию. Она ориентирована на главную Кремлевскую башню Дмитриевскую, а мы въезжаем на Малую Покровскую. Справа здание монументальное, построенное в 50-е годы. Ныне это ОФСБ, в прошлом КГБ. Рядом в таком небольшом особнячке, отмеченном мемориальной доской, размещалась с 18-го года чрезвычайная комиссия Нижегородская. Ну, а вообще сама эта улица принадлежала нижегородскому дворянству, такая тихая. И справа вот здесь в 99-м году, смотрим в правое окно автобуса, было построено очень интересное здание Саровбизнесбанка. Оно перекликается с зданием Государственного банка на Большой Покровской и выполнено в форме сундучка для хранения ценностей. А вход в виде такого деревянного замочка. За это здание группа нижегородских архитекторов получила государственную премию. Ну и, кстати, вот в 90-е годы считалось, что наша нижегородская архитектурная школа считается лучшей в России. Вот именно тогда наши нижегородские архитекторы выходят на мировую арену. У нас очень много довольно интересных архитектурных зданий. Ну, а улица Малой Покровская издавна принадлежала нижегородским дворянам. Такие особнячки небольшие, дворянские. Кстати, вот если посмотрим чуть назад, правые окна, голубой такой особняк принадлежал нижегородскому дворянину Иконникову. И с 1927 года там находится до сих пор действующий нижегородский дворец бракосочетания. Тоже очень интересный такой особняк. Ну и сама улица довольно небольшая. По своей всего, по-моему, где-то 1.5 километра. И под нами находятся древние валы. Как вообще города раньше строили? Ставили детинец, маленькую деревянную крепость. Вокруг сразу же возле Кремля детинца устраивались посады. И вот эти посады окапывали дерево-земляными такими сооружениями. И вот как раз под валами мы с вами и проезжаем. Представьте себе, все это здание было построено всего за 9 месяцев. Ну, а сама ярмарка — это был огромный город в городе. 8 площадей, 48 мощеных улиц, 3500 торговых лавок и лабазов. Ярмарка шумела ровно 100 лет, до 1917 года. Но, к сожалению, практически ничего от ярмарки не осталось, кроме этого главного торгового дома до двух храмов. Старый ярмарочный собор, его, к сожалению, не видно, он находится на главной оси за главным торговым домом. И вот этот главный кафедральный собор, освященный во славу Божию верность русским царям, в 1881 году, а построен был в 1859 году. Здесь, в самом красивом месте города, вместе слияния Волги и Оки. Это самый высокий собор в Поволжье. Высота его 87 метров и третий по высоте собор в России после храма Христа Спасителя и после Исаакиевского собора. Ну, а если посмотрим с вами в правые окна автобуса, то вот на высоких Дятловых горах как раз и находился весь дореволюционный Нижний Новгород. Итак, сейчас времени.
третий храм в России находится в Нижнем Новгороде.